впечатление от грандиозности, я бы сказал, происходящего и масштабов, отвечающих, собственно говоря, масштабам Китая. И ведь, что характерно, 100 лет по историческим меркам не такой большой срок, а уж по меркам истории Китая, которая насчитывает несколько тысячелетий государственности, это и вовсе буквально один исторический миг. Тем не менее, эти 100 лет вместили в себя богатейшее содержание, которое как раз здесь и отражено. И мне, как китаисту, интересен и начальный этап, то есть 20-е, 30-е годы, история, собственно говоря, китайской революции, и современность, история китайских реформ, которые я имел возможность видеть собственными глазами. Данная выставка производит очень глубокие впечатления. Здесь представлено огромное количество различных интересных экспонатов, которые рассказывают о богатой истории китайского народа и о богатой истории коммунистической партии Китая. Ну и, пользуясь случаем, конечно, мне бы хотелось отметить, что КПК по праву пользуется любовью широких народных масс, потому что она всегда ставила во главу угла интересы китайского народа. И, конечно, хочется поздравить всех наших китайских друзей со столетним юбилеем Коммунистической партии Китая. Уверена, что под мудрым руководством КПК, ядром которой является генеральный секретарь, председатель Китайской Народной Республики господин Си Цзиньпин, Китай добьется огромных успехов в достижении поставленных целей.